Смотрите, какая жесть тут творится. Срочно надо это исправить. К счастью, так как тут постоянно спавнят новых чуваков, у нас будет вдоволь юнитов, чтобы добывать себе ману. Так ведь. Бамс, вот так и все. Кстати, вот эти вот шарики можно и не собирать некоторое время. Они запасные на случай, если типа у нас будут проблемы с яростью или чем-то. Мы можем тогда их собрать. Но все же сейчас я соберу. По определенным причинам. И также... Нужно невидимость кастануть. Так ведь. Да, все так. Вот так, что ли, поставить? Или вот так вот? Блин, своих же драконов повредил. Надо было следить за этим. Это печальненько. Печальненько, понимаете? Эй, куда ты ушел, говнюк? Эй, он ману мою собирает. Уёбище вонючее. Это говно собрало мою ману, вы видели? Не, ну вы видели, видели? Как бы тебя так убить? Тебя нельзя оправдать, уёбище. Так, простите, я начинаю, но просто я этот... Очень... зол, когда воруют мою ману. А вдруг у меня ее будет не хватать?
Ну, мана у меня полная пока что, однако. Кто знает, что в будущем произойдет. Это ведь только пока. Вот так вот, да. Опять кто-то куда-то убегает. Как же меня это бесит. Ну почему же вы бегаете туда-сюда? Ну вы задолбали уже. Бегают, бегают, непонятно зачем они это делают. Bumps.
Пожалуйста, не трогай мою ману. Чувак. Чувак, не... Да, ты не трогаешь мою ману. Это очень хорошо. Я ненавижу, когда кто-то трогает мою ману. Стоп, 4. 4. Все. Да ну нахрен. То есть получается, я зря все это делал. Ну почему 4? А, короче, все, пошлите вы нахер со своими этими. Это я как-нибудь, короче, в офлайне сделаю. Я сам. Или, может, я вообще не буду крейдить это. Если честно, мне лень крейдить что-либо. Смертоносный зверокласс, что-то еще. Значит, блин, ну это полный бред. То я там запарю что-нибудь. Это бесит. Это очень-очень бесит. Что нам надо? Что нам надо? Можно было бы в арене посражаться с самим собой, да. Это вариант. Также можно было бы посражаться с этим черепом боли. Как думаете, стоит этим заняться? Задание. Шахтерские жетоны, еще чего-то. Но нам нужно качаться. Да, нам нужно качаться, поэтому мы ставим вот эту штуку. И я не знаю, куда мы отправимся. Давайте прямо здесь и фигачиться. С вот этими чуваками. Это полегче, чем в той фигне лазить.
Промах. О, смотрите, могу всех. Чмок, чмок, чмоки. О, переманили. Эй! Он обратно переманился, видимо, потому что ему урон нанесли. Бампс и бьем их. Этих толстеньких. Демоникусы. Так, ну, ты должен уйти. Ты явно должен куда-то уйти.
Так, что тут у нас? 740 золота, очень мало. Хлёст и все. Ну что ж, теперь восстанавливаем ману и снова в бой. Так, что нам еще нужно? Кроме как в бой идти. Даже и не знаю. Там эти инквизиторы. Или может сразу отправиться куда-то далеко, а может и нет. Не знаю. Так, нужно поговорить с тобой, а то еще в лягушку превратишься. Мне еще не хватало, чтобы она превратилась в лягушку после какого-то сложного боя. Кстати, я вот хотел проверить, где-то продавались, короче, предметы. Интересные. Ой, здесь циклопы есть и убийца драконов. В общем, интересные предметы кое-где продавались. Например, чехлы от этого. Для свитков. И вот прикол в чем, что... А, у нас, кстати, 22 из 22. Так вот, прикол в чем, что можно ли... Можно ли нам получить это? Взять, надеть чехол для свитков, взять какие-то свитки купить, после чего снять чехол. И как бы получится, что свитка у нас больше, чем возможно, но как бы мы получили. То есть мы ж можем покупать с надетым предметом, а сняв предмет, мы больше не сможем как бы покупать свитки. Ну, вы поняли. То есть, получается, что вот эти вот предметы, увеличивающие количество свитков, не ребенок. Вот почему ребенок плохой? То есть, к вместимости книги магии добавляющей. Потому что, собственно, ребенка нельзя снять. Да. То есть, это артефакт, который не снимаемый. В то время как какой-нибудь артефакт, который дает бонус к количеству свитков, он вполне себе снимаемый. Так, все, побежали. О, тут целых два сундука.
О, архидемоны. Чё ж вы так стали, придурки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я опять это сделал. Я опять ошибся заклинанием. Ну раз уже так пошло. Да, да давайте вот это соберем.
Блин, снова я фигней всякой страдаю. Опять я не могу и ничего им сделать. Это же просто ужас. Ты чего драконов, сука, трогаешь? Это меня бесит. Ты мразь. Мгась. На тебе, сейчас я покажу тебе, как драконов трогать. Когда нам дадут прокачать энергетики вообще? Так, ну отлично. Мы даже ману восстановили. Конечно, этот артефакт очень сложный. Очень сложный. Хоть иди, короче, в начальную локацию и там все делай. То есть, может, тамошние монстры, они более нормальные такие. Ну или давайте всех этих завалим. Заодно ж нужно прокачать духов ярости. Он гипнотизирует своих, ну окей. Нафига он это делает, я не знаю, но пускай. Я не вправе ему это запрещать делать.
В принципе, здесь можно и было и с мародерами, наверное, все приходовать. Но мне надоело играть с мародерами. Ой, вообще мне все надоело. Ну вот и все. Итак. Ну, я не знаю, пожалуй, на этом мы закончим и продолжу я, когда... Не знаю, когда на самом-то деле. Нам нужно, типа, вкачивать духов, да. Это единственное, что нам нужно. Ну, возможно, я их буду в офлайне вкачивать, потому что это очень долго. Еще нам нужно с нашими копиями подраться. Ну, в общем, встретимся в следующей серии, когда, возможно, мы на Корадора снова пойдем. Пойти на Корадора — это важно, это продвижение по сюжету, это... необходимо. И всем пока.